Привет, друзья! Пришли в такое классное место прогуляться с семьей и решили тебе видео это записать. О чем хочу сказать? Что каждый человек, большинство людей, имеет в своей голове определенные рамки, определенные границы. Рамка, где ты должен жить, рамка, где ты должен, в каком месте ты должен работать, да? Границы, сколько ты зарабатываешь и больше ты не можешь зарабатывать. Это, к сожалению, откуда такое берется? Человек, когда рождается, маленький ребенок, вот давай вспомним ребенка маленького, он рождается, у него море по колено, он хочет быть космонавтом, хочет быть пожарным, хочет быть водолазом. Нет рамок, нет границ. И потом со временем, с течением жизни, он сталкивается с какими-то проблемами, трудностями, и он перестает мечтать. Цели у него сужаются, когда-то они были большими, да, и горизонты были у него, потом они сузились. И оказывается, ты должен жить в этом городе, оказывается, ты должен работать на своей работе, оказывается, твоя зарплата определенная и больше у тебя не будет ничего, потому что все занято. Ребят, вот эти рамки нужно ломать, эти рамки нужно менять. И это все, самые главные рамки, которые у нас идут, все границы, все барьеры, они в наших головах. Я в прошлом сотрудник МВД России, обычный полицейский, который зарабатывал 23 тысячи рублей в милиции. Я тоже был в определенных условиях, и в моей голове тоже были вот эти рамки и границы. Но благодаря многим факторам, благодаря тому, что начал развиваться, книги читать, выбрали то направление, в котором мы стали работать и зарабатывать деньги, вот эти рамки, они стали увеличиваться, потом еще больше. И мы поняли, что вот этот вот город, в котором мы живем, оказывается, он и не такой-то уж классный. Мы можем найти любой город России, переехать туда и жить там, где нам нравится. Оказывается, мы можем зарабатывать больше вот этого минимума, который мы зарабатываем. И наши границы, наши мечты, они тоже стали расти. Я хотел бы, чтобы вот твои границы, твои мечты, они тоже росли в нашей команде. Потому что если ты в нашей команде, если ты хочешь большего, чем у тебя сейчас есть, если ты голодный, да, во-первых, такое тебе пожелание. Вначале есть идея, она у каждого из нас есть, идея бизнеса, в котором мы работаем. А второе, должно быть жгучее желание преодолеть вот то место, где ты живешь, те доходы преодолеть, увеличить их, потому что это возможно. И убирая вот эти рамки из своей головы, посмотри, что вокруг классная жизнь, классные города, и ты можешь жить в любой точке России, будь то Краснодарский край, куда мы переехали, будь то Испания, Италия или еще где-то. То есть ты можешь свой бизнес вести абсолютно из любого города России, и не только России. И тогда твои границы, они вот такие. Они не ограничены ни начальником, они ограничены только твоими амбициями. Вот, я желаю тебе успехов, я желаю тебе преодолевать вот эти вот барьеры, границы, те трудности, те, когда тебе говорят близкие, что у тебя не получится. Вот это нужно преодолевать. У тебя обязательно получится, у тебя 100% получится результат, если тебе достало то, что ты делаешь, где ты живешь, тот доход, который ты зарабатываешь, тот город, возможно, тот поселок, где ты живешь. Поэтому обязательно читай книги, обязательно приглашай новых людей. Это называется рекрутинг в нашей команде. Выходи минимум на уровень директора, и мы с тобой будем обязательно путешествовать в разных уголках России, в разных уголках мира. Сейчас идет квалификация на Таиланд. И все это, возможность, поедешь ты туда или не поедешь, оно ограничивается твоими рамками. Поэтому убирай это, ломай это, смотри, какой красивый мир. У тебя все обязательно 100% получится, мы в тебя верим.